Футболисты ДЮСШ «Ямбург» успешно открыли новый спортивный сезон. Эта команда победила на первенстве ЯНАО по мини-футболу, которое прошло в Новом Уренгое. В категории юноши 2004-2005 годов рождения наши спортсмены превзошли своих соперников. Сейчас у ребят идет тренировка перед очередным матчем, поэтому они уделяют внимание не физическим упражнениям, а тактическим. Отрабатывают комбинации, ауты, оборону. В команде есть призеры различных соревнований, футболисты со стажем более 7 лет. Среди них капитан сборной Егор Сергеев. Он играет в футбол непрерывно, в любое время года, чтобы всегда помогать команде побеждать. На это повлияли сборы и тренировочный процесс. Мы очень хорошо были подготовлены физически и тактически, и это помогло нам выиграть. Команда у нас очень сыгранная, все очень хорошо у нас. Соперники очень сильные были, особенно США и Рёменко. Там почти все кандидаты в мастера спорта. Они старше нас, и выше, и больше. Но мы победили.